Привет, с вами снова Жека. И мой друг Глеб. Вот. Сегодня мы вам расскажем о ночном базаре, о ночной жизни. А сейчас мы находимся на Патонге. Это пляж, один из самых лучших. Здесь есть все, на любой вкус и цвет. Вот. Есть такой вот ресторанчики такие есть, например, вот какая-то Tiger Seafood. Вот, без проблем тут можно покушать на любой вкус разные продукты. Тут как европейская кухня, так и тайская, и китайская. Ну, в общем, без проблем. Тут даже борщ можно найти украинский, без проблем. Есть, так и написано, борщ украинский. Заходишь и кушаешь. Вот, рядом находится тайская арена бокса. Вот, тут можно прийти, посмотреть бокс, ну, конечно, за определенную плату, бесплатно не пусть. Вот. А вот здесь у нас находится рынок ночной Патонга. Ночной рынок Патонга. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим, какие там продукты. Кстати, цены нормальные, они кусаются. Мы уже проходили, смотрели. Все вкусно. Хотите острого, хотите сладкого, хотите фруктов. Вот здесь вообще банза. Банзан Fresh Market, то есть супермаркет фруктов. Есть все. Экзотика любая. Часы, шлепки. Смотрите, 100 бат шлепки. То есть с собой можно даже в принципе не таскать. На наши это 77 гривен получается. Только есть одна проблема с валютой. Гривна тут не катит ни в каком случае, ни в любом виде, ни на карточке, ни в кармане. Вот. Зайдем, посмотрим на фреш-маркет буквально так, одним глазом. Одним глазом посмотрим, вот женское белье, мужское. Ну, есть все, короче, все есть, и нормальные цены, правда. Вот ананасы по 15 бат, это вообще 12 гривен, где вы такое видите? Вот такой фреш-маркет, тут ряды пошли. И не забывайте торговаться. Торговаться с ними можно, они это любят даже. Делайте это с улыбкой. Бейте на то, что у вас мало денег, и все получится. Вот. Рыбка на гриле, без проблем. Есть. Где-то мы видели только что. 80 бат. Скумбрия копченая. Плюс соус к ней кисло-сладкий. Очень вкусно и недорого. Мы хотим вот сейчас взять две себе в номер. Одна 80 бат. Я уверен, что мы две возьмем за 150. Это не проблема. Они скидку сделают. Надо только хорошо попросить. Ну, как подойти к этому вопросу. Омары. Рыба. Осьминоги, все что угодно. Креветки. Смотрите, какое прикольное мыло тайское. Нужно сэкономить, мы платили. И цена. 1,30, 4,2, 100. Будете брать 8, возьмете за 180. Все есть на любой вкус и цвет. Кстати, и по поводу еще рынков. Тут есть тайские строго рынки, на которые турист не ходит. Там еще дешевле, но вы там не найдете, как бы, если вы не любите острова или вот этой их экзотики, так сказать, экзотической кухни тайской, вот, вы там не найдете ничего для себя подходящего. Там будет дешевле,
Ну, оно будет тайское. А вот здесь, на таких пляжах, как Патон, Корона Бич, тут есть все, что вам нравится. Вы все тут найдете. С вами был Жака. До следующего выпуска. Пока.